Здравствуйте, уважаемые угличане! Сейчас весна, в лесу наст. Как раз такая пора, когда днем снег подтает, ночью замерзает, и утром можно легко по нему ходить. В такую пору очень довольно-таки легко собирать такое лекарственное сырье, как почки сосны, которые перед вами, почки березы, чуть попозже, когда они поднабухнут перед распусканием, и вот эти вот шишечки, ольховые шишки. Такие соплодья сухие, которые называют ольховыми шишками. Эти бурые плоды сухие, ольховые шишки заготавливают осенью и зимой. Ну и весной можно. Почему? Потому что они свои лекарственные свойства сохраняют до самого распускания листьев. Этот отвар из ольховых шишечек делают в такой пропорции. 5 грамм или чайная ложка на стакан воды. И потом этот стакан воды можно смело, слабо настой шишки, смело прямо сразу за один раз и применять. Она как вяжущее средство применяется при различных родах желудочно-кишечных заболеваниях. Также в народе применяется она и при заболеваниях простудных. С более толстых стволов обрезается кора, то же самое сушится, делается отвар настой, и ее тоже, этот отвар можно пить. Помните, когда-то продавали ольховку известного в магазине, так? Люди пожилого возраста знают. В пузырьках вместо теперь боярышник стараются так некоторые любители спиртного потреблять. А тогда ольховка была в ходу. Вот как раз это лекарство и делалось из ольховых шишечек. Теперь следующее растение. Сосна обыкновенная. Она славится своими, прежде всего, почками. Но она вся лекарственная сосна. Хвоя. Из хвои делается настой, в ванной можно делать, специально принимать из хвои настой, как лечебное средство, так? Дальше смола, живица применяется, если надрезать зрелое дерево V-образным таким надрезом с двух сторон, то стекает живица, ее собирают обычно, сдают в Владимирской области, допустим. Вот. А потом из нее она применяется и для лекарственных целей, и для изготовления канифолии. Вот. То есть сосна дает очень много ценных химических веществ, потому что она вся смолистая, и почки этой смолы не буквально пропитаны. Вот посмотрите, вот на концевых ветвях, как сплошная смола на конце почек. А чешуйки еще не раскрылись у этих почек. Чуть-чуть только собирается еще раскрываться. Вот как раз это такая пора, когда можно собирать сосновые почки. Они наиболее целебные, самые целебные свойства у них как раз в эту пору. Чуть только опоздаете, чуть только сосна уже почки свои чешуйки раздвинула на почках, готовится уже к распусканию, так? А теперь она в мае. Вот, уж где-то вот сейчас, вот в апреле она уже должна скоро чешуйки свои у почек раздвинуть. Вот тогда все, считай, вы опоздали. Уже почти целебных там свойств почти не останется в этих почках. Кстати, я как истый поклонник природы, сторонник защиты природы, предупреждаю, что вот от таких молодых сосенок, и тем более у посадках, вот, когда-нибудь посадка, да и здесь, прямо у подлески, да и в лесу, ломать почки, собирать вот так обламывать, не стоит. Потому что вот, все-таки это же регенеративный орган, из него и листья потом, да, веточки молодые развиваются по весне, и шишки, цветы, шишки мужские и женские, так? То есть это органы размножения и воспроизведения листьев, хвоинок, будущих молодых веточек. Поэтому почки сосны рекомендуют собирать там, где вот сейчас по весне, в зимнее время заканчиваются лесозаготовки, где сосну спилили, свалили, сучья обрубили. Обычно не все сжигаются, можно застать в стороне несожженные, так, где-то. Вот это хорошо, эти ветки можно, на них почки можно обламывать и сушить. Вот такие они, так эта сосна зрелая выглядит. Та же самая у нее на конце почки есть, правда, есть по одной, по две. Не так уж много, как вот на этой молодой сосне, пучками, так, но все равно. Зато с этой сосны можно почки уже брать смело. Можно, допустим, даже брать бересту сосновую. Тонкая листовая кора сосны. Вот ее, допустим, брать, прямо на рану прикладывать, и рана от этого может заживать. Вот такое свойство интересное. Вот, у сосны еще есть, кстати, из нее делают тоже деготь, не только из березы, но и из сосны деготь делают. Поэтому деготь применяется тоже для заживления ран. А сами почки, я не сказал, отвар для чего применяется. Отвар настойки применяется для лечения и простудных заболеваний, и преобразования в почках и мочевых пузырях камней и песка, так, и
как желчегонное средство. Вот такое у них очень универсальное. И от многих других заболеваний применяется. Живица, сосна, такими крупинками на стволах сосны попадается, мелкими крупиночками мы замечали. Эту живицу собирать можно, так? И тоже даже глотать прямо по несколько крупинок. Она тоже очень так целебно действует на человека. А рецепт настойки почек сосновых простой. На стакан кипяченой воды, допустим, 2 чайных ложки сушеных почек. Вот. И, соответственно, можно готовить отвар хвоинок или хвои. Берут эти хвоинки или листья, сушат, размельчают. Уже на столовую ложку с горкой вот такого сырья сушеного. Стакан, тоже стакан воды. 3 раза в день применять. Вот такой у меня получился рассказ беглый про 2 лекарственных растений, которые можно сейчас заготавливать в весеннюю пору, пору наста. Сырье на самом деле это бесценное.